Совсем недавно мы рассказывали о налобных фонариках Феникс серии HL, главными козырями которых являются небольшой вес и компактность. Это удобно и практично, однако бывают ситуации, когда нужно намного больше света. Сегодня у нас в гостях три фонаря из линейки HP High Performance, в которой акцент делается на высокую мощность и широкие возможности. Здесь используются более солидные источники питания, поэтому у всех этих налобников двухблочная компоновка, собственно, фонарь и батарейный отсек. Модель HP25 по сути объединяет в себе два независимых фонаря в общем корпусе и с одним на двоих блоком питания. Один из них оснащен рефлектором и создает узкий и достаточно дальнобойный луч. Практическая дальность достигает 50-70 метров. Во втором фонарике используется комбинированная оптическая система из рефлектора и пластиковой линзы, и его широкий и равномерный свет предназначен для ближних работ. Питается HP25 от 4 пальчиковых батареек. Части батарейного блока удерживаются при помощи винта. Сам блок крепится на затылочной части оголовья. Каждая половинка HP25 управляется собственной кнопкой. Полусекундное нажатие включает и выключает фонарь, а короткие нажатия по очереди меняют режимы. У ближнего света 4 уровня яркости, а у дальнего 3, плюс режим SOS, который включается удержанием его кнопки на протяжении 3 секунд. Половинки налобника могут работать и одновременно во всех возможных сочетаниях режимов. Каждый из двух светодиодов Cree XPE2 в максимальном режиме создает световой поток 180 люмен, так что общая яркость HP25 может достигать 360 люмен. В следующем фонаре Феникс HP15 – одна оптическая система. Светодиод XML2 в довольно крупном гладком рефлекторе. Работает этот налобник тоже от 4 пальчиковых элементов. Батарейный отсек точно такой же, как и у HP25. Однако здесь его можно отсоединить от основного блока и нарастить кабель при помощи комплектного удлинителя. Это позволяет убрать батарейный блок в карман или рюкзак. Совсем не обязательно таскать на голове дополнительный вес. А зимой можно еще и сохранить запас энергии в батарейках, спрятав их от мороза под курткой. Управляется HP15 единственной кнопкой. Первое нажатие включает фонарь, последующие переключают уровни яркости, которых здесь аж 5. Режим турбо со световым потоком 500 люмен через 3 минуты сбрасывается в предыдущий, 275 люмен. Для выключения нужно удерживать кнопку полсекунды, а при 3-секундном удержании активируется режим SOS. Центральный луч у HP15 узкий, и это позволяет добиться приличной дальности освещения – до 80-100 метров. Боковая засветка широкая, но не яркая. Для работы вблизи фонарик не очень удобен. Однако в комплекте есть съемный диффузор, превращающий свет в заливной с плавным спадом яркости от центра к периферии. Крышка диффузора откидывается. Если вам нужно часто менять профиль луча, то диффузор можно и не снимать. Самая мощная модель в линейке HP30 здорово похожа на HP15. Основной блок внешне отличается только мелкими элементами дизайна и наличием дополнительной оранжевой кнопки, о которой чуть позже. Оптическая система тоже абсолютно идентична HP15, и в комплекте есть точно такой же диффузор. А вот батарейный отсек в этой модели совсем другой. Фонарик питается от двух аккумуляторов 18650 или 4 батареек CR123A. Энергоемкость такого набора приблизительно вдвое выше, чем у 4 пальчиковых батареек. Блок можно установить в специальное крепление с клипсой и повесить на пояс. Для контроля оставшегося заряда предусмотрена кнопка и шкала из 4 синих светодиодов. Еще одна любопытная особенность батарейного блока HP30 – под резиновой крышкой скрывается стандартный USB-порт, который можно использовать для экстренной подзарядки телефона или GPS-приемника. Для включения USB-выхода нужно 3 секунды удерживать кнопку индикации. Управление почти такое же, как и у HP15. Основная кнопка включает и выключает фонарь, а также переключает режимы. Уровни яркости здесь 4, и максимальный 500 люмен не сбрасывается по таймеру. Есть и режим SOS. А уже упомянутая оранжевая кнопка включает режим Burst
со световым потоком 900 люмен. Кнопка не фиксируется и срабатывает и на любом основном режиме, и при выключенном фонаре. Профилем луча HP30, естественно, тоже не отличается от HP15, но из-за большей мощности фонарь уверенно освещает дистанции более 100 метров. Крепления позволяют наклонять все три фонарика в пределах 60 градусов. В горизонтальном положении выступ на креплении частично закрывает кнопки и служит своеобразной защитой от случайного включения. Пожалуй, главное достоинство налобника Phoenix HP – это их универсальность. Возможность менять профиль луча по обстоятельствам здорово выручает, да и яркости этих фонарей достаточно для любых задач.